Здорово, народ! А пока готовится мое главное блюдо, блюдо от шефа Юрчика, я хочу, между делом так сказать, потому что готовится оно долго, хочу протестировать вот такую вот тушенку. Вот. Пока там основное сготовится, я уже, вот это все, конечно, загорит в топке. Высший сорт говядина тушеная фирмы Барс. Вот. Высшее качество. Вот оно что. Откуда оно? Изготовитель. О, Барс. Значит, Россия, Калининградская область, Гурьевский район. Понятно. Все это ля-ля-тополя. Сейчас мы это протестим. Опа. И что мы видим? Ага, тут прилепился кусочек мяса. Значит, внутри консистенция жидкая. Блин, разолью. Ну-ка. Если ее заморозить, будет офигенный холодец. Так, берем ложку. Прям кусок мяса здесь видно. Вот я сейчас разломаю и покажу вам. Стоит это удовольствие 209 рублей. Цена всегда почему-то разная. Во. Кусок мяса прям. Я себе. А ну-ка. Во, волокна. Вот это тушняк. Да с макарошками. С черным хлебом. С черным хлебом. Помидорку посолить. Что-то прикололся. Тушенку с помидорами. Вкусно. Ну, короче, здесь мясо прям вот, куски мяса, жира почти нет. Ништяк. Так что, вы же знаете, если видите вот такую баночку, можете смело брать. Вот здесь мясо. Сейчас жидкость выпью нафиг. Вот, смотрите. Мясо, мясо, сколько. Прям мясо. Вот это тушняк. А блюдо у меня готовится. Но это в следующем видосе. Так что и вы, и я уже знаем, что вот эту тушенку можно брать. Здесь прям мясо. Ну, на дне совсем чуть-чуть по краям жир. А в целом ништяк. Я как всегда куда-то тороплюсь. Да ешьте спокойно, никто не отнимет, да? Еще прикольно, если у вас
Огород на окне. Можно пирожка лучка захавать. Витаминка. Вот это тушняк реально. Так что для народа. Я бы сказал, достойный конкурент белорусской тушенки. Отлично. Вот сколько жира, видите? Совсем чуть-чуть. Не хочу его есть. Если захотите, зайдите в магазин, какую взять, вот такую бери, да и все, 200 рублей. Ну что, где 200 рублей, это деньги, да, ну а что делать, хорошая тушенка не будет же там 15 рублей стоить. Тушничок, говядина тушеная, о, это факт, тушенка будет говно, а тушеная это будет ништяк, как написал один подписчик. Молодец. Так что вот так вот. А я пошел дальше готовить мое суперское блюдо. Всем спасибо, всех обнял, до встречи.